стою на полустаночке, в цветастом полушалочке. В общем, у меня машина не заводится. Вернее, она пыталась заводиться, но потом перестала пытаться. Видимо, аккумулятор сел. Уже давно не меняли аккумулятор. Я думаю, что это дело в нем. Позвонила мужу, чтобы он меня хотя бы отвез на работу. И потом занялся машинными делами, скажем так. Вот. Ну, что, не заводится машина, не заводится. Ни тры-ты, ни ты-ты. Ты-ты-ты-ты-ты и никак. Сначала я ее так заводила, она хоть что-то там пыталась сделать. А потом ничего. Потом все, говорит, не буду заводиться. Покупай мне новый аккумулятор. Да. Вот. Такие вот у нас дела. Ну ничего, сейчас приедет, отвезет меня на работу. Вот так вот хорошо иметь две машины. Вот в этом смысле. У нас, помню, когда была одна машина на двоих, сломалась тоже один раз. Это был какой-то кошмар, потому что меня возили. Спрашивать надо у кого. У родственников еще хорошо, что много. Спрашивали машину у родственников, потом им нужна была, потом друг мужа возил на работу. В общем, это был трындец. А сейчас позвонил такая, раз, приезжай, мне надо на работу, машина дохла. Вот. Ну, еще сказала, побыстрее, пожалуйста, а то меня там клиентки ждут. Так вот, а я еще думала, она у меня без бензина. Ну, в ней есть бензин, хотела ее сегодня заправить. Видно, не судьба, видно, не судьба. Да. Ну, ничего. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Чего ты так на меня смотришь? Таким взглядом он на меня смотрит, влюбленным. Ладно. Давай, Баха, можешь погулять здесь. Ну, что уж ты. Она меня никогда так не подводила. А сейчас что-то взяла и подвела. Ты же меня подманула, ты же меня подвела, ты же меня молодого с ума разом свела. Я уже поработала. Вы знаете, все-таки одну клиентку первую я пропустила. Я приехала на работу на 15 минут позже. Она всегда ждет меня к открытию. Не знаю, вот у меня есть такие две клиентки, которые приходят минут за 15 до открытия. Чего они там стоят, не знаю. Но зато вот, видимо, терпения у них потом стоять не хватает. И не дождалась меня одна клиентка. У меня ее ни телефона нет, ничего. Вот, ну ладно. На следующей неделе тогда скажут, вот я стояла. Но от меня ничего не зависит. Машина у меня не завелась. Сейчас вроде бы, как муж сказал, что там что-то уже сделали. Вроде бы как уже и завелась. В общем, ну я толком, я понимаю, ничего не знаю, потому что работала, по телефону особо не поговоришь. И вот я сейчас, мы всегда договариваемся, что я спускаюсь, и он за мной приедет. Ну, пока прогуляюсь с Чарли и на морюшку, посмотрим, что там и как. Классно, красота. Видите, я сижу, и Чарли сидит тут. Нет бы гулять, нет. Он вот сядет и сидит со мной. Уже позвонила мужу, куда-то выезжает. В общем, ничего нигде не нашли. В машине моей был просто какой-то у нее бзик, наверное. Она решила сегодня выходной взять. Потому что, не знаю, механик смотрит и не поймет, что с ней случилось. Там у меня еще бензина было мало очень. Вот, и механик говорит, может быть, из-за того, что бензин у меня зажглось, уже вот этот вот красный резерв, да? Может, из-за этого. В общем, не знаю, что случилось. Чарли, иди погуляй, что ты сидишь с мамой? Иди, зевает, сонный. Сегодня как-то прям ветер такой прохладный, знаете? Свежо. Смотрите, сколько машин к нам едут на выходные. Вообще очередь такая. Короче, ждем мы, как это тут называется, ребротес, вспышки вируса, потому что это какой-то трындец, столько машин, все на пляж, жесть.
И страшно, знаете. Кто, конечно, не верит, не верьте дальше. Ну, мне как-то я к этому вообще, вы смотрите, трындец. Ужас. Смотрите, у нас даже в этом в лифте повесили вот такую фигню. Что надо не руками трогать, руки мыть. Я вообще, знаете, как делаю? Ключом. И все. Раньше такого не было, значит, не обращала внимания. Хотя, где я могу обратить внимание, если я на лифте очень редко езжу, почти никогда. Сегодня вот что-то не знаю. Потому что я очень поздно приехала. Может, поехал за другом, другу надо было купить еду для собак. Я такая злая, по мне видно, наверное, да? Я говорю, ты не мог меня отвезти домой и ехать? Я говорю, куда тебе надо? Вот зачем, я говорю, с вами езжу, катаюсь. Вот объясни мне, пожалуйста. Вот он меня попросил. Я говорю, ну а если завтра еще кто-то попросит, третий, десятый? Знаете, он такой вот не может никому... Никому отказать. Вот никому не может отказать. Вот меня прям удивляет такие люди. Вот всем. Вот что попросишь? Да, да, да. Прям аж злость берет. Честное слово. Так что я пошла переодеваться и готовить кушать. Потому что когда я, как говорится, голодная, я не я, когда я хочу есть. Тут у меня картошка с луком жареным. У меня же еще тесто оставалось. Вот я сейчас эту картошку на обед съем, и потом она у меня еще останется для пирожков. Вот, а на пару, всем тоже в моем роботе, варятся, жарятся, что они там делают, котлетки. Вот, у меня еще вчера кусочек рыбы остался, довольно-таки нормально большой. И вот на десерт будет вот такой вот, что-то там, наверное, 100% просроченное. Ну, раз не сдулся, значит можно. Вот, и все, и мой хлебушек. Ой, как пахнет вкусно. На следующий раз добавлю больше приправ, чтобы прям был такой вот, ой, вкусненький. Ладно, буду кушать. Всем приятного аппетита. Я сегодня все подушки постирала. Надеюсь, они высохнут. Ой, ну как все? Не, не все. Это только первая часть. О, сухая уже. Такая парилка, жара вообще несусветная. Даже дома такая жарища. Но на пляж я не поеду. Там столько народу вообще. Теперь, если только в понедельник или во вторник там. В общем, я никогда по таким, по выходным не езжу на пляж. Потому что народу много. Не раньше, тем более не сейчас. Хочу сейчас террасу помыть. Ой, блин, а, вода тут включается. Все время забываю, что у меня кран-то рабочий уже. Да, надо помыть чуть-чуть. Может быть, освежится так квартира. Хорошо ему там на полу. Вот так вот на сквознячке лег и лежит, отдыхает. А я тут на диване жарюсь, парюсь. И кайфую, знаете, обожаю жару. Не то в том смысле, что все познается в сравнении, правильно? Я ненавижу холодно, когда холодно, прям вот терпеть ненавижу. Вот дома надевать на себя 150 одежек, как луковица. А сейчас вот так лежишь. Я пошла сейчас помыла там вот террасу вот эту вот водичкой, охлонула. И так хорошо вообще. Мне вообще, знаете, что хотелось? Вот так вот душем сверху. Сейчас смотрю Инстаграм, подруги там пошли на пляж.
Там столько народу вообще. Посмотрела новости вот в телефоне. Что там еще-то? Ну и, в общем, вот так вот провожу субботний день. На работу сегодня не поехала после обедов, потому что клиентов нет. Летом вообще после обеда очень... Ну, парикмахерские практически, все парикмахерские после обеда закрыты. Потому что все на пляже, и в такую жару никто не выходит. Да, Чучи, да, да. Вот он молчал. Я взяла, заговорила, и он начал тоже разговаривать. Куда-то ванночка его задевалась, выбросили, наверное. Надо новую где-то искать. Ну, он и в поилке хорошо принимает душ. Вот так вот. Сейчас вот жду время погулять. Не знаю, куда идти. В горы не пойду, наверное. Такая жара, и там столько мух. Опять пойду, наверное, в эти, в поля. Нормально. Вчера проходила в поля, и было нормально. И сегодня. Ну, и там, знаете, можно идти часов в 9. Не так страшно, а в горы все-таки в 9 вечера как-то, знаете, жим-жим. И змеи там, и всякие эти, как их, хрюшки-то. Хрюшки, которые вот, ну, такие вот они на свободе живут, как их называют. Кабаны, во, кабаны там ходят. В общем, да, страшновато. Поэтому в поля. А завтра, думаю, на пляж идти с Чарли гулять, тоже народу много. Видели, сколько машин вообще? Все ломанулись на пляж. Это, считай, первые такие выходные после карантина. Вот когда можно, как говорится, людям ездить с других провинций. Вот они все и ломанулись. С Хаена. Обычно к нам на пляже едут с Гранады, но это понятно. Тут в час езды их с Хаена. Тут полтора часа езды, это туда вглубь уже страны. И вот так вот оттуда они все к нам едут на пляже. На пляжу ляжу, и в небо я гляжу. А вообще, вы знаете, чем больше вот здесь живешь, вот как бы здесь, у моря, тем меньше туда хочется. И я все больше понимаю жителей, которые годами не были на пляже. Вот мои клиентки, они говорят, о, я, говорит, лет 6 уже туда не хожу. У нас, говорит, дача есть, бассейн. И мы там, говорит, на даче так здорово, птички поют, костер, этот, барбекю делаем. Я их вот понимаю, представляете? Скоро сама тоже туда не буду ездить. Ну, вода согреется как раз вот до следующей недели и поеду. Ну, вот поболтала немножко. А вообще, не знаю, может быть, сделать такое видео, вопрос-ответ, вот лежу, думаю, Чучи, дай поговорить нормально. Ты посмотри, какой горластый. Вот, вопрос-ответ, может быть, сделать. Если у вас какие-то, пишите в комментариях, сделать такое видео или нет. У меня его не было ни разу. Ну, вот, интересно. Как вам темка? Сделать, не сделать? Может быть, скинуть в Инстаграм, там, чтобы вопросы задавали? Что-то типа того. В общем, не знаю. Будем думать что-то. Ладно, отключаюсь. Буду париться дальше. Сейчас влажности у нас 40% всего. Вот, на улице, смотрите. Та-дам! Вот, и я протерла такой тряпочкой листики и положила вот так мокрую тряпочку туда. Там еще есть вода, видите, скапливается. И этими палочками я вот отсюда воду сушу. И вот такая вот у меня одна цветет. Мне кажется, что вот эта почечка тоже мне какой-то результат даст. Вот смотрите, вот это вот, что это вот, кто там у нас знает. Мне кажется, что отсюда тоже вот что-то вырастет. Потому что это вот, видите, какая? А здесь вот, ой, понятно, что ничего нет. Так что, может быть, это, вот это уже все высохло, надо ее скоро убирать. Все, сейчас пойду уже гулять, солнце уже у нас почти село, на улице так, ну, не прохладно, но... Ну, нормально, можно уже гулять. Кстати, механик... Какой механик хороший. Он сегодня, во-первых, не работает. Муж ему позвонил, он приехал ради моей машинки. Вот, потом, ну, какой-то вот там специальный такой аппарат, под компьютер подключаешь к машине, и он тебе все эти выдает, какие есть неполадки. Вроде бы никаких неполадок не было. Он сказал все-таки, что может быть из-за бензина. Что мало бензина в моем баке было. Смешались вот эти вот осадки плохие. И поэтому вот
ну что вот такая вот проблема произошла. Кстати, помните, я вам рассказывала, что у меня что-то машина тоже так делала. Мы заливали специальную жидкость, и вот она тогда нормально все было. Ну ладно, вот он позвонил сегодня вечером и спросил, заводили ли мы машину, и что там с ней, с этой машиной. Какое-то пятно, смотрите. Видите? Это случайно не от комаров. Вот я сюда вот в эту вставляю комары от комаров аппаратик. Что-то такое пятно от комаров, что ли, может быть, странно. Ладно, я пошла переодеваться и пойду гулять. Время уже, представляете, 12:36. В 10 приду домой, может, пол 11. А иначе никак, смотрите, я стою вся, ну вы видели, 36 градусов. Как иначе? Я не могу иначе. Я уже пришла домой, уже даже в душ сходила. Вот, включила связь. Вот там дискотеку у кого-то. Там, видимо, не в бассейне, так здорово. Классно. Вот, чтобы с вами попрощаться до завтра. Всего вам самого наилучшего. И встретимся с вами завтра. Всем пока-пока.